Простое домашнее блюдо из фарша, с которым получается быстрый и вкусный перекус. Оно очень легкое в приготовлении, на все уйдет не более 30 минут. Готовится мясная подливка из самых простых продуктов, с ней справится любой вне зависимости от кулинарного стажа, а вкус порадует теплыми воспоминаниями из детства. А подача такой подливы с печеньем откроет для вас новые вкусовые качества такого пряного блюда. Песочное печенье с подливой очень любят и дети, и взрослые. 1. В чашу блендера смешайте муку, разрыхлители половину чайной ложки соли. 2. Добавьте в сухую смесь порезанное на мелкие кубики сливочное масло и сухое молоко. 3. Замесите тесто при помощи блендера. 4. На противень чайной ложкой разложите шарики теста в виде печенья. Выпекайте печенье при температуре 200 градусов в течение 15-17 минут.